Ну, я просто нарушил правила дорожного движения, развернулся не в том месте, и в меня въехал трамвай. Свою вину за случившееся водитель иномарки отрицать не стал. Все было слишком очевидно. Полагаясь на то, что проскочит, он решил развернуться на трамвайных путях, за что и поплатился. Мужчина признается, что просто не заметил общественный транспорт. В ходе столкновения Мазда едва не лишилась колеса. Хорошо еще, что удар трамвая не пришелся на водительскую дверь иномарки. Я по всем тормозам уже. Ну, этот... Сколько-то он у нас вагон идет? У вас люди были в салоне, что ли? У нас один пассажир только был. Не упал, не пострадал? Нет. Свою невнимательность водитель иномарки объясняет небольшим опытом вождения. За рулем он чуть меньше 2 лет. Еще неизвестно, насколько допустимо с его стороны было самостоятельно убирать машину с трамвайных путей. Понятно, что намерения тут благие. В одну сторону трамваи все же пошли, впрочем, простое электротранспорта в другом направлении до составления схемы ДТП избежать все же не удалось. Максим Голубцов, Искандер Толубаев и Сергей Ткаленко. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».